Сложив мозаику из услышанных обрывков разговоров украинских солдат, они ужаснулись той участи, которая, возможно, им была уготована. Собрались жители всех согнать в одно помещение. Для чего? С какой целью? Сами же солдаты говорили, что спасибо, что мы вас не расстреляли. Нам дана команда всех уничтожать. Тоже задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптик земли и два раба. Получается, что Степановку миновала участь Хатыни. А сколько еще донбасских сел и деревень должны были быть стерты с лица земли? Но планам карателей помешало наступление ополченцев.